восторге. Мы эту программу видели совсем недавно, неделю назад на этапе в Китае. Кстати, это, конечно, было непростое испытание для дуэта выступать подряд на протяжении фактически недели. Ну и надо отметить, что в эмоциональном плане они были сегодня куда круче, я бы так сказал, по сравнению с тем, что мы видели на китайском этапе. Ну и оценка за компоненты программы мы видим заметно выше, чем оценка Синицына и Косолапова. Но опять же, серия твизлов 4 уровня, оценили ее очень хорошо арбитры. Начальная дорожка шагов, 3 уровень, и тоже очень хороший плюс. Ну и секция посадобля, 2 уровень, частичная дорожка шагов после посадобля, 3 уровень. И вот заключительная поддержка, только здесь немножечко уровень не соответствует, лишь 2 уровень. Но в любом случае оценили арбитры и очень неплохо те эмоции, которые мы наблюдали. Не случайно был просто взрыв аплодисментов, даже сказал бы овации на трибунах после завершения. Но и тема такая, и музыка потрясающая. Кармен, Ториадор. Все мы здесь услышали. И оценки за компоненты программы тоже заметно выше. От 8 до 8,5 баллов. Ну, уже сейчас можно сказать, что вот это первое очное соревнование выигрывают Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. У них оценка будет, конечно же, выше. Но, с другой стороны, для них это уже не первое выступление. Смотрите, просто эмоции переполняют фигуристов. 64,12 – это лучше, заметно лучше, если сравнивать их оценку на этапе в Китае. 64,12 с этой минуты – это их новое личное достижение в коротком танце. Сейчас можно...